Что, ребята, с вами снова канал LomPlay. Недолго думая, продолжаем проходить Resident Evil 3. Вот, честно говоря, у меня тут небольшой ступор. Так. У нас уже четвертая часть. Мы сразились с Немезисом на крыше. Вроде победили, но это еще не значит, что с ним покончено. Вот, по поводу взрывчатки. Мы можем сделать... кислотные пули и можем сделать взрывные. Давайте так и сделаем. Опа, кислотные боеприпасы, 3 штуки, отлично. Так, взрывные мы сразу же зарядим гранатомет, потом, блин, случайно перезарядил. Папа, все хорошо, конфетка моя, все хорошо, девочка. Да, ничего не хорошо, все очень плохо. На самом деле, по крайней мере, у этого мужика. Так, ну все, у нас остается один только путь. И вот, кстати, здесь тоже локация красная. То есть мы там что-то пропустили. Ну как, мы, я? Ну, что поделать. Нужно двигаться дальше. Опа, трава красненькая. Ё-моё. Ты куда стоишь? Тебя никто не разрешал. Свидание. Кстати, здесь где-то может быть фигурка. Но я даже не знаю, для чего они могут быть нужны. Опа. Вот и фигурка. Только вспомнишь про нее, вот. Падла. Блин, отстойные противники. Мне вообще не нравятся максимально. Блин, а я еще и упустил сзади. А давайте-ка мы его. Ну, давай. Моя очередь. Блин, а я не понял. На самом деле, я хочу назад. Я хочу загрузить игру все равно, потому что я не сходил на второй этаж, и меня это удручает максимально. Спасибо за понимание. Так,
Все-таки нужно сохраниться вот теперь, когда мы все вот это скрафтили и так далее. Просто почему-то думал, что я смогу потом вернуться. Прикольные анимации, на самом деле, прям, не знаю, нравится так. Так органично выглядит. Фигурка уже сломана. Так, отмычка у нас с собой. Это замечательно просто. Просто красиво. Сколько максимум? 6? О, отлично. Что надо. Колонка писем Raccoon City. Пишу, потому что меня серьезно беспокоит кристалл Promenade. Это лучшее место в центре города для прогулок с детьми на выходных. И нет магазина популярнее и суровее с кошелькам родителей, чем Toy Uncle. И трудно не заметить, что в ветреные дни большая статуя входа трясется, словно ее держит пара жалких винтиков. Если в людный день статуя потеряет голову, дети могут серьезно пострадать. Я уже в третий раз жалуюсь управляющему, но он не торопится что-то делать. Неужели мы не пошевелимся, пока не произойдет катастрофа? Нет уж, пусть полетит только одна голова управляющего. Смертельную ловушку пора убирать. А, понятно, расшатывается голова у магазина игрушек. Я думаю, это также послужит какой-то кат-сценой для игры в дальнейшем у нас. Скорее всего. Бам. Хуё! Не, ну это полный пипец. Вот эта голова. Просто жесть. Больше 2 патрон тратить на него я не собираюсь. Еще можно было выстрелить один раз и прибежать. Там красиво застрял. Я не знаю, специально это или нет. Но выглядит достаточно круто. Он там забагался, походу. Джамп помог перепрыгнуть через укрытие, через препятствие. Так, ну я вижу ящик, который я очень сильно хочу сломать. Спрей взял. Так, состояние у меня хорошее. В чем проблема?
Погодите. Я не поднялся наверх. Из-за этого я не взял еще 3 ракеты. После смерти. Господи, такой фейспалм. Это очень грустно, на самом деле. Ну ладно, надеюсь, справлюсь без этого. Так, вот тут мы уже были. Естественно, она падает. Ракет. На. You okay? Заминирован. Go. Go. Come on, forget about him. Come on. Let's get out of here. Уф, ну что, вроде в безопасности мы теперь. Погнали. Красавчик, просто спас. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Well, what matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah, you'll be safe. What about you? Not from the sound of it. I won't be catching the train. Why not? No, there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. Да, с нами он спасаться не собирается. Так, новый какой-то член команды. Good work! Your reputation is well deserved. Get inside, the subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right, you go on ahead. I'm not gonna die on you and leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Let's go! Как же она на Милу Йович похожа. You don't really think a pencil pusher like Barton is still alive, do you? I have it on good authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Funny, a brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny, the gate was locked. Don't you think? What was that? How is this fucker not dead yet? Just no, they're gone.
Come, this way. Nikolai, what are you doing? It's not after you. Nikolai! Get off my train, shitbird! Весь состав поезда. Капец. А, дальше катсцена, окей. А, мы теперь будем... It's been a while. Subway's gotta be clear of the city by now. Along with your hot date? Nah, she's not like that. Hell, she's not like anybody. Keep your head screwed on, Romeo. This is the police station. Ой, сколько у меня пулек. Looks like a cemetery to me. Приятно смотреть. Тоже кладбище знакомое. Во втором резике же было. Ну? Да, это же из второго резика прям. Come on, man. Not you too. Sorry. Sorry. Стоп. Так это тот афроамериканец, охранник, который во втором резике возле вот этого дома, ну, вообще внутри вот этого дома, полицейского участка на первом этаже, лежал там на лавочке такой типа. Да, печальный конец. Stars. That could be useful. Так, а туда вниз спуститься мне дадут? Что, я помню эту локацию из второго резика. И вот эту дверь. Sorry, poster boy. После распространения инфекции в отделении Хаос среди граждан, нашедших здесь убежище, множество зараженных. Все файлы, касающиеся Ю, успешно ликвидированы. Жду дальнейших приказов. Получено сообщение от больного от больных СП по запросу к каналу связи Stars. Предположительно, запрос об эвакуации от Б. Возможно, он сбежит из больницы и появится здесь. Прошу послать поддержку из UBCS, и я эвакуируюсь с их помощью. Запрошенная группа для эвакуации не прибыла. Пребывание здесь становится невозможным. Я осталась тут на условии, что мне гарантируется безопасность. Если меня бросят здесь умирать, я предам огласке свидетельства сговора и подкупа Ю и общественных деятелей PC. Даю вам один час на ответ. Somebody didn't have time to put his blues on. Так, я пошел сразу же сюда. На тебе, статуэтка. А, он толкается? У него нету воротов, у него толчки плечом. Прикольно. Надо будет это затестить на зомбиках.
Но на хардкоре не хотелось бы, конечно, но что поделаешь. Where'd that cop go? Don't know, don't care. We got a job to do. If our intel's still worth a damn, then Bard's in the Star's office. Let's find him and take him into custody. Custody? I thought this was a rescue. Carlos, take a look at this. I've located the Star's office. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Это вот справа сзади получается, он откроет. Hey. Be careful. А, нет, yeah. Другое. Я думаю, вон тот. Так, ну трава мне не нужна. Это мы объединим. И это мы сохраним. Пойдем. Куда он нас хочет сводить? Так, я не могу взять эти патроны. Так, протокол безопасности ID-карт. Каждому сотруднику полиции выдается ID-карт. С этого момента такая карта будет требоваться для доступа ко всем сейфовым ячейкам. Не допускайте попадания карты в чужие руки. Используйте ее с осторожностью. В случае утери карты немедленно об этом сообщите. Отдел административно-хозяйственного. Давайте попробуем вот эту карту. Сработало. Еще патроны, всего 16 штук. Ладно. Мелочь, но приятно. Так, а давайте холл посмотрим до конца, потому что... Блин, а как вот эти патроны взять? Будет ли какая-то комната с другой стороны? Now here's a weird fucking door. Leave it. We're here for Bard. Странная дверь. Ой, сколько я здесь бегал. Так. И есть ли смысл еще туда идти? Ну, у меня локация эта горит красным, то есть здесь что-то не найдено. Возможно, это были вот эти патроны. Ну да, вот теперь холл у меня светится синим. Неужели вот эти патроны не давали покоя? О, здесь еще трава есть. Что-то я с первого раза не увидел. Так, теперь мы можем это взять. Это объединить. Пускай тут лежит. Ключ-карта, ID-карта мне еще потребуется, я думаю. Keep out. All right. You want me to keep out? I'll keep out. Не входить. Ну, я туда уже сходил во второй части. Там, по-моему, лизуны. What was that thing? Go.
Ой, я это помню из предыдущей части, как в окно залезла вот такая же бенция. Граната. Я хочу это на 4, а это хочу на 3. А, ну все нормально. T, you copy? There's something real nasty in here. I don't know what it is. Something nasty. All right. I'll take a look with the cameras. Watch your six. Задолбали вы вставать. Я не понимаю, как тут толчок плечом работает. Ну ё-моё. Опа. Вот это уже интересно. Ускоряет, наверное, прицеливание. Так, а тут сейф. Пароль от которого, возможно... Да блин, хранится во второй части. Просто тут подсказок я никаких не вижу. Суть должны быть в столе. А, вот и те самые патроны. Опа. Пока что не буду тратить. Так, что тут? Показания подозреваемого. Подозревается в незаконном изготовлении или хранении взрывчатых веществ. Подозревается подозрением... Пуски внутрь корма обнаружено взрывчатое вещество и детонатором, что повлекло за собой арест по вышеуказанному обвинению. При обыске дома подозреваемого обнаружено еще 20 самодельных гранат разной степени завершенности. Подозреваемый был крайне возбужден и не мыслил здраво. В начале допроса он произнес лихорадочную речь, и в какой-то момент допрос пришлось приостановить из-за внезапного приступа крика у подозреваемого. Когда допрос продолжился, подозреваемый произнес следующее заявление. Я не для себя это сделал, для вас. Почему никто так не поймет? Трупы нападают из теней. Надвигается буря, но под городской крышей не укрыться. Надо взорвать ее, иначе она не просто промокнет. Надо больше бомб. Они придут, скоро надо торопиться. Жгите, жгите трупы, жгите дотла. В ходе допроса подозреваемого начал яростно трясти, после чего случился еще один приступ крика. Допрос был прекращен, подозреваемому дано успокоительное. Примечание. В связи с нестабильным психическим состоянием, подозреваемые его показания постоянно менялись, этот делириум исключил возможность любого диалога. В данный момент мы ожидаем заключения врача по поводу его состояния. Взрывчатые вещества, изъятые при обыске подозреваемого его дома, оказались крайне мощными. При опсии вещественных доказательств в качестве меры предосторожности из одного детонатора была извлечена батарейка. Батарейку поместили в хранилище.
Так, а что у нас по поводу сейфа? Никакой подсказки не вижу. Ничего. Надеюсь, дальше мы найдем ключ к сейфу. Так. В целом, это вообще не то помещение, в которое нам надо. Опа, хранилище. Закрыто. Пойди, пожалуйста. Что, кто рычит? Я боюсь, что кто-то из них может встать. Сейф рума, вот это я помню. Ебой. Служебная записка. 9, 15, 7. 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Центральная сеть, комбинация из 3 чисел. Западный офис. 9 влево, 15 вправо, 7 влево. И после получить записки. Карлос. Я все время забываю, как его зовут. Почему-то я его называл Криса. Криса. Хотя это четвертая часть, по-моему. If cameras killed those things, I'd be set. Там что-то еще было, походу. Так, ну траву я, пожалуй, уберу. В хранилище. Так, а для чего это? Для чего это включать-выключать здесь свет? Хм, ладно. Пофиг. Сохранимся еще. После всего, как мы изучили в этой локации. 9, 15, 7. Правильно? Там туси один, с тобой драться не собираюсь. А вообще я бы еще зашел, сохранился, потому что, возможно, это не вот этот момент может быть не сохранен в итоге. А я потом не возьму, и что мне делать? Карлос! Star's office is up ahead. Copy that. Туалет. Oh, for fuck's sake. Why is it blocked? Ну, я помню, через туалет там будет проход с дырой в стене. Вот, через душевую. А что у нас выше? Если мне все-таки надо идти туда, то я хочу сначала наверх. Ну, судя по всему, вот этот зомбак встанет. Ключ. Что за ключ? Не похож. ADM.
помню. Но я надеюсь, все эти разгадки будут. Надеюсь, я не умру от этого. Да, у меня есть еще. Да, еще поживем. Ай, фиг с тобой, пойдем дальше. Я просто хотела создать себе еще лекарство. Записка другу. Если ты это читаешь, значит меня уже нет живых. Если услышишь любые звуки из шкафчика, не открывай его, пожалуйста. Пока ты патрулировал, я подумал, как нам выбраться на ту сторону, и понял, что лучший вариант — пробить проход взрывчаткой. Мне удалось собрать неплохую бомбу, но у нас нет батареи для детонатора. Но, видимо, отнесли в комнату хранения на прошлой неделе во время уборки. Если мы хотим пробить стену, без батареек не обойтись. Так что я пошел наверх за тобой, раз у тебя был ключ от комнаты хранения. Сразу на выходе из душевой на меня напали, один из них сумел укусить, я как смог промыл рану, но чувствую себя все хуже и хуже, надеюсь, тебе не надо разъяснять, почему нельзя открывать шкафчика. За меня не волнуйся, просто выбирайся отсюда как можно быстрее, твой друг Уэс. Не переживай насчет тех 600 баксов, что я тебе одолжил, считай это подарком на переезд. Удачи, приятель. Вот этот шкафчик не открывать, а вот этот замком я хочу открыть. Okay. Guess we'll be doing this the explodey way. Да, не так все просто. Все-таки шкафчик надо, да? Better not. Так, а что дальше-то? Что кода от этого замка я не знаю. Идти наверх тоже нет смысла, я так полагаю. Готовы, дурачка, мы пожалуй ликвидируем. Так, нам дали ключ. А для чего? Сделаем пока так. И сохранимся. А то потом одно и то же действие по миллион раз сделать вообще не кайф. И сейчас, мне кажется, должен появиться Лизун. Это просто жесть. А,
А, вот ключ нам от этого дали. Я забыл про эту дверь совсем. DCM. Шкафчик на третьем этаже. Так, 104, 106, 109. Здесь у нас ничего нету. Кнопочки 9 у нас нет, да, но это, скорее всего, в шкафчике на третьем этаже лежит. Не знаю. А что, если мы пооткрываем все? Девятый пока мы не можем, или можем выйти. А, тут не надо будет искать кнопки, понял. Понимаю. Come to papa. Come to papa. 208 открыть не смогу, 203 тоже. Да, уж что-то лица. DCM на третьем этаже. Пойдем откроем. Слышал, как что-то скреблось. Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Из того ящика все равно. Ой. До свидания. Живи, я хочу жить. Нормально. Слон прекрасно, прекрасно. Чего? Чего они там прекрасного? 169. Все равно не хватает пуль. Значит, мне нужно заново взять.
так сделаю. Но это было неприятно, такое нападение. Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Я, в принципе, мог бы гранату потратить. Gotta move. Но не думаю, что... Take a number. Граната здесь была не лишняя. Да и как мне с ним драться-то? Ну, он меня зажал. Клево. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. This will take some time. Look around, see if you can find anything useful. Сохраниться бы, конечно. Где тут есть печатная машинка? Тут есть трава. Замечательно. Красная трава. Опа, это тоже прикольно. Это, кстати, во второй части это в этом же месте было. То же самое. Так, ребят, ну, я думаю, на этом тоже пока закончим. Это уже у нас четвертая часть подошла к концу. Вот. Что ж, продолжим уже в следующей серии. А на этом пока закончим. Всем спасибо, что смотрели. Увидимся в next эпизоде. Покеда. Thank you.